Эй, Дуба, с вами Хуба-Буба. Эх, как непривычно говорить это. Все-таки последний раз говорю в этом году, в этом 2023 году. Вот. Год был такой более-менее нормальный. Ну, не для всех, конечно, но в качестве моего контента он был более-менее нормальный. Он все-таки поменялся, стал лучше. Мои видосы начали набирать просмотры и... Момент, пока я записываю этот видос 30-12, а выйдет он 31-го, ну, точнее, уже 1 января, после того, как пробьют куранты, расскажет Путин, кто из России, кто у кого-то другого свой президент расскажет, вот. И, в принципе, вот так это, в принципе, первое мое видео такого формата, поздравления с Новым годом, вот. В следующем новом году, надеюсь, вся вот эта вот мировая ситуация, она уменьшится, станет лучше. Все-таки слухи о том, что YouTube заблокирует, это было фейк, окажется, и этого не будет. Все будут жить в мире, дружбе и согласии. Ну, а пока вот этого не случилось, все вот соберемся давайте возле вот этой вот елки зеленой. Почему вот эта вот зеленая фотка к некачественной елке? А вот потому что я еще не такая медийная личность для того, чтобы показывать свое лицо. Делать такое видеообращение, как того же самого Куплинова, которого я очень долго смотрю просто. И вот так вот. Первое слово. Просто пока нет слов, потому что реально первое видео такого характера. Вот. Надеюсь, у тебя, кто смотрит это видео, в этом году, в 2023, будет все замечательно просто. Надеюсь, ты уже кушаешь салатики, пьешь шампанское. И у тебя все замечательно вместе с своими родными, друзьями. Вот. Пока что я тут один. Вот. Сижу в Дискорде с другом, который смотрит на это дичь, как я делаю. Вы его не слышите, наверное, я не знаю. Вот. Но мы... К сожалению, не сможем с ним отпраздновать вместе Новый год, потому что в разных городах. Но все равно мы друзья. И важное объявление. Когда выйдет это видео, спустя 2 часа, то есть по моему времени это будет 2 часа ночи. Вот оренбургское время. Оренбург, Екатеринбург, вот 2 часа ночи будет стрим. Возможно, по московскому времени это будет 12 часов ровно. Кто сможет зайти, то сможет. Будем проходить Мафию 2, потому что именно эта игра у меня ассоциируется с Новым годом. Вот. Я ее не проходил ни разу, поэтому хочу пройти. И надеюсь, будет интересно, будет большой актив. Вот. Ну а сейчас предлагаю вам не смотреть уже на зеленую елку, а зажечь ее. Поэтому давайте все вместе. Раз, два, три, елочка, гори. Да. А вот наша елочка уже и горит. Пока, конечно, не такая вот, не настоящая. Вот. Это просто гифка, конечно. Но в будущем ваши лайки, ваши подписки, ваши комментарии, ваша поддержка будет перерастать в большое наше с вами комьюнити, фан-базу. Конечно, станут более качественные видосы, станут видео уже с лицом моим попозже. С елкой настоящие новогодние поздравления будут. Если я когда-нибудь не перегорю и буду дальше делать. Но это все также зависит от ваших лайков и подписок. Вот, всем спасибо. Хотел бы сказать, кто был со мной в этом новом году. Даже тем, с кем я уже не имею возможности общаться. И все равно я очень рад, то, что я обстраиваю свои фан-базы своими подписками, лайками. Это все благодаря вам, как еще раз. Вот, желаю вам еще раз под шампанское, под семью, по салатике. Всем здоровья в этом следующем новом году. Счастья, радости. Много, куча подарков в новом году. Просто, чтобы родственники всегда живы были, здоровы. И чтобы у вас все было, в принципе, хорошо. Вот. А что еще можно, в принципе, сказать? Ну, чтобы также YouTube не был заблокирован, чтобы все страны жили в мире и согласии, еще раз.
вспоминалось. Ну и хотелось бы, чтобы вы написали в комментарии свои поздравления в мой адрес, потому что я буду очень доволен, если такое произойдет. Вот, ну и в принципе уже на вот этом можно наше видеообращение заканчивать. Выйдет оно также 31-го, напоминаю еще раз, в 12 часов по московскому времени будет стрим. Ладно, давайте не 12 часов, 12.30. Надеюсь, все смогут, в 12.30 по московскому времени будет стрим Мафия 2, все заходите. Вот, на моем канале будет. Вот, ну и также ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем до встречи, всем до следующей встречи в следующем, 2023 году, на стриме, кто сможет, кто не сможет, встретимся в видеороликах, еще раз ставьте лайки, всем пока-пока. Ну, ладно, еще не пока-пока, вот сейчас еще пару секунд хочу сказать вам, удачи 2023, всем пока. Пока. Всем до свидания. Пока-пока.